Фінал переговорів Україна і Росія звільнять полонених найближчим часом. Про це заявив президент Владимир Путін у Владивостоці, куди приїхав на Східний економічний форум. Коли саме Кремль відпустить політв'язнів, точної дати Путін не назвав. Лише натякнув, процес близький до завершення, а обмін буде масштабним. І це, на його думку, поліпшить відносини між Україною та Росією. И нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время это станет известно. За кого Росія виторгувала терориста Цемаха, поки що невідомо, але те, що його відпустили не просто так, це факт, вважає журналіст Роман Цимбалюк, як і те, що про обмін заговорив сам Владимир Путін. Отже, рано чи пізно він відбудеться. Про те, чим вже довелося пожертвувати Україні, Роман Цимбалюк далі. Добрий вечір, Романе, вам слово. Ну, наверное, это уже очевидный факт, как бы, потому что если лично лидер Российской Федерации говорит о том, что все идет к обмену, очевидно, он состоится. И тут самый главный вопрос, в каком формате. Потому что, когда речь идет о людях, понятно, что самое главное – это детали. Никто не знает, о каком списке идет речь, никто не знает, о каком формате, 33 или больше. Фраза «масштабный обмен», она очень такая абстрактная. Теперь, что касается Цемаха. Понятно, что это результат торгов между Украиной и Россией. И я, честно говоря, не искал бы здесь зраду и перемогу. Потому что что мы имеем? Понятно, что русские торгуются. И они требуют, хотят забрать всех людей, которые в той или иной степени им могут навредить. И судя по всему, у руководства Украины и, очевидно, лично у Владимира Зеленского была такая дилемма. Как поступить? Постараться добиться наказания за теракт по Боингу, то есть определиться, чтобы суд определил виновных, кто убил такое большое количество ни в чем не виновных людей, но уже мертвых на данный момент. Или все-таки попробовать освободить тех, кто физически сейчас жив и находится в российских тюрьмах. То есть это такой выбор, он и моральный, и политический. Судя по всему, Зеленский сделал выбор в пользу живых. И понятно, что этот выбор, он неоднозначный с точки зрения политики. Может быть, с точки зрения конкретного человека, да. А политики неоднозначны, потому что это похоже на политические уступки. И ни одна страна обычно на такие действия не идет.